как настроить меню Function в камерах A7 Mark II, A7S Mark II и A7R Mark II. Быстрый доступ к основным функциям камеры – один из решающих факторов при съемке репортажа или свадьбы. В беззеркальных камерах Sony Alpha можно получить доступ к 12 параметрам меню всего одним нажатием кнопки FN. Этот раздел можно скомпоновать под свои задачи, выбрав из 35 пунктов. Мы рассмотрим пример настройки такого меню, учитывая уже используемые программируемые кнопки. О них мы говорили в предыдущем видео. Итак, для начала нам понадобится пункт «Настройки функционального меню». Находится он во второй вкладке меню камеры в седьмом разделе. Параметры поделены на две строки по 6 пунктов. Для того, чтобы поменять пункт меню, достаточно нажать на центральную кнопку и выбрать нужный параметр. В нашем примере мы собрали следующие параметры: качество снимка, баланс белого, режим съемки видео, режим измерения экспозиции, режим фокусировки, область фокусировки, уровень записи звука, распознавание лица, экранная сетка, коррекция экспозиции вспышки, пикинг, он помогает при ручной фокусировке, выделяя на экране камеры зону резкости ярким цветом, и профиль изображения, он позволяет точно настроить параметры изображения для видеосъемки. Богатый выбор настроек меню Function может испугать любителя и даже профессионала. Но разобравшись, вы поймете, насколько проще стал процесс съемки. Именно это и ценят профессионалы. Работа с камерой становится быстрой, четкой и практически на ощупь.